Сегодня 1 сентября, начало нового учебного года, и в Нарве это сопровождается радостным событием. Открывается школа точных наук. Это открывается для учащихся гимназий, для того, чтобы они смогли получить более углубленное знания, могли хорошо подготовиться к госэкзаменам, чтобы их сдавать достойно, чтобы можно было вступить в вузы, чтобы пробиться дальше в своей жизни. И я считаю, что создание этой школы очень важно, поскольку стопроцентной уверенности могу сказать, что есть предметы, которые можно изучать только на своем родном языке. И как раз вот точные науки, как физика, математика и химия, вот это те предметы. Я вот уверен в том, что если я пойду, сяду в классе на уроке истории или географии, или литература, которая ведется не на эстонском языке, поскольку эстонский — это мой родной язык, то я без проблем все пойму и также могу ответить. Но вот эти три предмета сразу сдаюсь, потому что терминология до того разная, что я просто ничего не пойму. И поэтому считаю, что этот шаг был правильный. То, что это правильно, показало то, что пришло столько молодых людей, которые хотят тут учиться, заниматься. Ведь они пришли добровольно, их сюда никто не гнал. И это значит, что это востребовано и что эта школа будет жить. И я всех поздравляю с началом нового учебного года.